Всем привет! Вы смотрите канал «Поступи в мед». Здесь вы найдете много полезной информации, которая пригодится вам при подготовке к ЕГЭ по биологии, химии и другим предметам. А также, возможно, вы узнаете для себя просто много нового. Итак, сейчас мы изучаем цикл, посвященный растениям. Прошлый выпуск был посвящен лишайникам, а сегодня мы поговорим об отделе мхи. Итак, что же такое мхи? Мхи – это самые примитивные из наземных растений. Они не имеют настоящих корней и фиксируются к субстрату с помощью специальных органов дизоидов, с помощью которых и получают из субстрата необходимые минеральные вещества и воду. Из-за этого мхи мало приспособлены к жизни вне водной среды, то есть к жизни на суше. Поэтому мхи обитают преимущественно в темных и влажных местах. Жизненный цикл мху состоит из двух поколений. Это гаметофита гаплоидного и диплоидного спорофита. Преимущественным поколением в данном случае является гаплоидный гаметофит, поскольку именно в этом поколении происходят все необходимые процессы, такие как фотосинтез, обеспечение растения водой и минеральными веществами. И половое, и бесполое вегетативное размножение могут осуществляться одновременно сразу в одном организме. Гаметофит развивается из гаплоидной сборной. Причем у разных видов мхов гаметофиты могут быть либо раздельно полыми, такие гаметофиты называются однодомные, или двуполые, такие гаметофиты называются двуполые. А половые органы представлены подвижными сперматозоидами и неподвижными яйцеклетками. Оплодотворение происходит у женского полового органа, в котором при слиянии образуется зигота, которая в дальнейшем медленно развивается в растении, в спорофит. Развившись из зиготы в спорофите, впоследствии путем диетического деления образуются гаплоидные споры. Так, сегодня я вам рассказал основные особенности касательно отдела мхи. Подписывайтесь на наш канал. Переходите на наш сайт и группу ВКонтакте, ссылку на которую вы найдете в описании под видео. Надеюсь, вам было интересно. В следующем выпуске мы разберем какой-нибудь еще вид растений. Всего вам доброго!